Это у нас площадка дома юности 37, а? Пошли со мной. Вот, видите, у нас тут кроме детской площадки одни машины. Сейчас пойдем к бабе. И вот это уже, там раньше была карусель, там вот за деревом горка стояла, песочница была, а вот сейчас понастроили клумб, понаделали непонятно для чего. Детей очень много. У нас получается, так, 5-6 домов, 3 двора, и ни на одной площадке нету нормальных качель. Детей, как вы видите, вернее, пока никого нету, но они попозже выйдут. Детей много. Вот мы идем за дом. Это вот именно наша площадка дома 37А. Вот этого. Здесь вот кроме каких-то турничков непонятных, которые стоят уже лет 30, больше ничего нет. И вот за этим домом такая же площадка, которой ничего нет. Детям, как вы видите, погулять негде. Ни поиграть, ничего. Спасибо за внимание.